Сегодня у нас 30 января 2018 года. Я вот хочу показать мои документы. Вот это, так скажем, документы на эллинг. На эллинг. Я уже эти документы снимала, но вот сейчас вот лично, так скажем, это мой паспорт, который я поменяла этим летом. Вот. А также мой российский паспорт. Вот как его поближе так показать поближе. В общем, Александрова Татьяна Юрьевна, 20 июня 1972 года рождения. Сейчас вот я покажу мою прописку, регистрацию. Вот. Также мои паспорта, которые были раньше. Вот, я собираюсь, уже ездили мы в ЗАГС. Я хотела написать заявление по месту проживания. Вот, ну сейчас изучаю закон, все-таки хочу здесь оформить, так что вот собираюсь писать заявление на мое новое имя Татьяна Мактум Сайфуддин.